Азбука профессий – проект по профессиональной ориентации детей и подростков, начал работу в Симферополе на площади Ленина. Участников поприветствовала заместитель председателя Совета министров Крыма Алла Пашкунова. 3-4 года видно наклонности ребенка. То ли он гуманитарную сферу идет, то ли ему интересная техника, то ли он работает руками, то ли он танцует, то ли он включает голову и сидит в гаджете. Впервые в этом году на площади работает локация «Моя первая профессия», в рамках которой участникам рассказали о Крымском федеральном университете. Студенты подготовили презентационные фильмы о нашем университете. И на встречах со старшеклассниками Республики Крым и города Севастополя ребята рассказывают о всех структурных подразделениях нашего вуза. Данный проект дает возможность ребятам выстраивать свою образовательную карьеру, жизненную, а в дальнейшем и профессиональную. На локации школьники прошли профориентационное тестирование, помогающее выбрать вуз и определиться с профессией. Я себе лично выбрала направление. Я хочу работать в медицине и в онкологии. Профессия достаточно сильная, и для меня это интересно, потому что развитие и помогать людям – это очень хорошо. И мероприятие сегодняшнее мне очень понравилось. Я хочу стать художником-мультипликатором, потому что я люблю режиссуру, то есть создавать какие-то свои истории. Люблю мультипликацию, люблю рисовать и рисовать мультипликацию. Азбука профессий также пройдет в Севастополе и Ялте. Ольга Якименко, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.